попечительском совете Казанского университета состоялось открытие образовательного семинара для глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Участие принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, а также ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Первичная подготовка и переподготовка государственных муниципальных служащих. С 2010 года, с момента передачи в лоно Федерального университета Академии госмуниципальной службы, центром ответственности за эту работу стала специально созданная структура университета под названием Высшая школа госмуниципальной службы, членом которого мы сегодня и находимся. На встрече обсудили основы организации антитеррористической деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан. Терроризм и экстремизм, к сожалению, сегодня это самая большая угроза не только для нашей страны, для всего мира. И она является государственной политикой по обеспечению национальной безопасности, модернизации экономики, устойчивого социально-экономического развития. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.